Что изменится на площади перед главным зданием Казанского федерального университета? Расскажем в следующем сюжете. Излюбленное место встречи студентов Казанского университета, сковородка перед главным зданием, наконец обретет благопристойный вид. Небольшую площадь украшает памятник выдающемуся студенту КФУ Владимиру Ильичу Ленину. Название места – давняя шутка. Летом солнечные лучи, освещающие скамейки, поджаривают студентов до хрустящей корочки. По поручению ректора начаты работы по ремонту скамеек, так как они были в изношенном состоянии, вы можете посмотреть даже по скамейке, которая находится с нами рядом. Вот, уже работа длится примерно неделю, но еще через неделю, я думаю, мы закончим. Это касаемо только самих скамеек. Также еще необходимо проводить работы по ремонту гранит покрытия, но так как уже погода холодная, скорее всего, данная работа будем производить на следующий год, для того, чтобы студенты могли спокойно проводить время. Ремонтные работы стартовали после того, как городские власти передали сковородку в распоряжение Казанского федерального университета. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.